तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बलहरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बलहरि कृष्ण 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 हरि हरि Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнапада, Аштат Рашата, Шри Шримат, Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю свою бесконечную саштангу Нандават Пранама, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикше Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнапада, Аштат Рашата, Шри Шримат, Бхактивиданте, Шрили Нараяне, Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Хари Кришна. Мы слушали о том, как Вриндаван Дас Такур описывает славу Навадвипа. Навадвипа Хенаграма Трибуваны Най. Цитата. Навадвипа Дхама настолько прославлена, что нет другой святой обители, которая могла бы сравниться с Навадвипой. Почему? Потому что сам Махапрабху принял рождение в Навадвипе. В Ананта Самхите описывается разговор между Шанкарой и Парвати. Шанкара говорит Парвати: «О Парвати, людям очень тяжело поверить в то, что я скажу сейчас, но это так. О Парвати, на Притхве земле есть очень много тиртх, святых мест. Если кто-то миллионы раз посетит все эти святые места, то сукрити, пуню, благочестие, которое он получит, будет меньше, чем то благочестие, если такой человек под руководством вайшнавов посетит Навадвипу. В миллионы раз он получит больше блага, он обретет Бхагават Бхакти, посетив Навадвипу лишь один раз под руководством вайшнава. То есть это не сравнится с миллионами посещений других святых мест. Кали-йогу Браман, Шанкара, Нарада, Индра, Чандра приняли рождение в Навадвипе. И совершали Арадхану, поклонение Бхагавану. Слава Навадвипы несравненна. Аватари Бена Прабху Джанья Видхата. Цитата далее из Читания Бхагавата. Господь собрался не зайти на землю. Описывается ситуация до прихода Махапрабху. Поэтому, готовясь к его приходу, Навадвипа Дхама расцвела. Когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, Джотис, астролог, сказал, что ребенка нужно назвать Вишамбара. Почему? Это тот, кто поддерживает Вишву, то есть мироздание, поэтому Вишвамбара. Поэтому астролог и сказал Ниламбара Чакраварти, что ребенка следует назвать именно так, он все поддерживает. И в том числе проявляется это имя в том, что еще до рождения Махапрабху, предвещая его рождение, земля уже начала расцветать. Она даровала все необходимое для пропитания жителям Навадвипы. Поэтому Махапрабху называют Вишвамбара. То есть он еще до своего рождения начал поддерживать жителей Навадвипы тем, что Навадвипа расцвела и даровала все необходимое для жизни в избытке. Это подобно тому, как до рождения Кришны также все устроилось самым благоприятным образом. Атаха сарва гунопита.
вся земля, готовясь к приходу Кришны, украсила себя как невеста. Все времена года были проявлены наилучшим образом. Все было покрыто плодами, цветами, ведь сам Господь приходит. Это когда приходит Кришна. И подобным образом, когда нисходит Махапрабху, земля также дарует все необходимое. Это что касается процветания самой земли. А какая ситуация в принципе была в Навадвипе? Насколько учеными были жители Навадвипа? Саба Маха Адхьяпака. Цитата. Даже маленькие мальчики были настолько учеными, что могли соревноваться с учеными мужами. Настолько они были сведущими. Даже мальчишки могли спорить с Батачари, то есть с очень учеными мужами, и участвовать с ними в логических спорах. Если даже в маленьких мальчиках было столько знания, что уж говорить о взрослых. Они могли даже с Батачари участвовать в логических дискуссиях, шастрартхах, спорах относительно писаний. Настолько учеными были жители Навадвипа. Поэтому, пока кто-то не получил образование в Навадвипе, его образование не считалось полным. Он во всей мере, во всей полноте в виде расу, расу знания не вкусил. Навадвипа была столицей образования. Рама Дришти Пата, цитата. Рама означает Лакшми. Она проливала особую милость на Навадвипу. Было все необходимое для поддержания тела, продукты, напитки. Но все-таки чего-то не хватало. Чего же не хватало на Навадвипе? Вьятха Кала Яя Матра. Люди были погружены в мирское, в том, чтобы кушать, пить, заботиться о сыновьях, дочерях, внуках, внучках. Вот в этом был недостаток. Хотя всего было в избытке, они не поклонялись Бхагавану, не совершали баджан, не следовали пути преданному служению. Хотя, по идее, материальное благополучие позволяло им уделять время духовному. Шастра Парайе Саба, цитата. А что делали те, кто изучали Писание? Мы вчера слушали о том, что целью Видьи является устремление наших помыслов к Господу. Что является подлинной сутью знания? Когда знание считается полным, когда мы благодаря этому знанию совершаем баджан, привязываемся к Шримад Бхагаватам. Такое знание является знанием. А иначе это видья абидья бела, иначе это авидья невежество, то есть то знание, которое не ведет к преданности Господу. Махапрабху сказал, видья парикена, ради чего мы изучаем что-либо, какова цель? Ради того, чтобы прослыть снатоком? Нет. Кришна Бхакти Джани Вари, ради того, чтобы знать Кришна Бхакти, науку преданности Кришне. В этом суть знания. Саджахи Найла. А если этого не делать, если просто изучать Писание, но не совершать баджан, Видья Кикаре, то что же это за знание такое? Чарила Чарили, когда мы оставим это тело, ничто ведь с нами не отправится дальше. Пая Джамине. Рама Ратана Дана Пай, цитата из Баджана Мирабай, где она говорит, что только имя Господа — богатство, которое отправится с нами дальше. Поэтому, если у нас нет никаких качеств хороших, но есть преданность Господу, то все благоприятно. Например, Гурудеву приходили мальчики и говорили, «О, Гурудев, мы еще в школе не учились, ничего не знаем, писать, читать не умеем, ничего страшного», — говорил Гурудев. «Повторяйте просто Кришна, Кришна, Рама, Рама, и это будет сутью всего знания. Нет необходимости в мирском образовании, ведь суть всех шастр писаний — это святое имя». Гурудев говорил, «Если у вас нет ручи вкуса к Харинаму, то все знание Вед, Пурану, Панишат бесполезно».
И если есть ручек святому имени, это значит, что вы уже изучили все святые писания, поскольку святое имя — это суть, то есть вы уже постигли суть, у вас есть привязанность к святому имени. Зачастую бывает, что люди, которые очень образованы с мирской точки зрения, не испытывают привязанности к духовной практике. Но подлинную радость, подлинное счастье маха-махотцев может даровать нам именно духовная практика, в том числе повторение святого имени. Но что происходило в Навадвипе? Даже те, кто изучали Писание и преподавали их, не говорили о поклонении Господу, поэтому всем им была уготована дорога к Ямараджу, в ад. Они читали Писание, да, но они изучали Гиту Рамаяну, они были тапасви, очень аскетичными, совершали подвиги подвижничества. Но все равно ничего, связанное с преданностью, не слетало с их уст. Хотя они изучали Веды, хотя они были отреченными, все у них было, с мирской точки зрения, все качества хорошие. Но они не говорили святое имя, оно не слетало с их уст. В одном из бхаджанов поется «Кейба джати сати, кейба начи джати». Цитата. Говорится «Кейба джати, кейба сати». Если вы саньяси, или если вы сати, то есть нишка рожденный, джай харина и байджи, неважно, если вы не совершаете баджан, то что? Тапи джанамия, брамия, брамия. Будете вращаться в круговороте рождения и смерти. И в конце что еще? Раурава нара каманджи, в ад еще отправитесь в Раураву. Но если вы ничего не знаете, с мирской точки зрения, но совершаете баджан, все успешно. Навакхана йога дхарма кришна киртан. Итак, эти ученые, хотя изучали Писание, но не говорили о святом имени, они просто состязались в своей логике, учености. Просто спорили о шастрах, о заключениях в священных писаниях, забывая о том, что Кали-Юга Кевара Нама Адхара, только благодаря святому имени можно пересечь в Кали-Югу океан материального существования. Мой гуру Девшила в акте Шри Бхактисиддханта Госвами Махарадж написал комментарий к Веданта Сутре, самому сложному, трудному для понимания произведению. Он привел комментарии к нескольких писаниях Гите с комментария к Бхагавад-Гите, к 11 Упанишадам. В шастрах говорится, что если у Сампрадая нет комментариев на трех грантах, на три священные писания, она не считается сампрадай. Поэтому, как говорится, простана треи. Нужны комментарии на три писания. Тогда сампрадая будет признана как сампрадая. То есть необходимы тики, комментарии на них. И мой гуру Дев был очень ученым, великим падитом. Он проявил комментарии на эти три писания. Затем он обратился к ректору университета в Бенгале, чтобы тот проверил санскрит, нет ли в нем недостатков, нет ли ошибок, чтобы никакие ошибки не закрались в эти тики комментарии. Затем Гурудев спросил этого ректора: «О, пандитаджи, о, ученый, о, пандитаджи, ты изучил все писания, которые я проявил, проверил санскрит. Скажи мне, что ты понял?» «Калима, суть всего», то есть Дурга Деви. В Бенгале так широко распространено поклонение Кали. «Калима, суть всего», Савкуч. То есть он изучил все труды, столько шастр прочитал, столько всего знает, проверил все священные труды. И что он понял? Калима, Сапкуч. Калима, суть всего. Но другой пример. Один маленький мальчик пришел в храм и сказал: «Я ничего не знаю».
Ну, может быть, все-таки что-то ты понял? Я понял, что Кришна сто Бхагаван своем, Кришна Верховный Господь, ответил мальчик. И Гурудев ему сказал, все ты понял, и Гиту, и Бхагаватам, и Рамаяна. Ты все эти писания осознал, потому что ты понял, что Кришна сто Бхагаван своем, Кришна Верховный Господь, Пурна Брахман. Если ты осознал это, то ты превосходишь великих ученых, которые не понимают этого и считают, что калима — суть всего. Поэтому ты уже, по сути, изучил все писания, поскольку осознал их суть, их послание. Итак, Вриндаван Дас Такур описывает, что тапасви виракти йоги, то есть кто совершал аскезы, кто был отречен йоги, они изучали священные писания, но не понимали преданности Господу, и святое имя не слетало с их уст, так, например, как мы повторяем сейчас. Вот они так не повторяли. Они не понимали сути преданности. И что тогда происходило? Туласи Манджари Сахита, цитата. Табата Адвайта Симха, цитата дальше. Адвайта Ачарья, что делал? Видя такое положение дел, он подумал, пока я не призову Прабху Господа в этот мир, эти души с большим трудом смогут обрести благо. Мы уже слушали ранее. О чем? О том, что в Кали-йогу, йога-дхарма, Харинама Санкиртана, Адвайта Ачарья — это Садашива Махавишну. Он мог установить, проповедовать Харинама Санкиртану. Для этого у него было могущество. Он понимал, это я смогу, но это Кали-йога, Дханья Кали-йога, благословенная. Такая Кали-йога наступает один раз в тысячу йог, то есть один раз в день Брахмы. И Махапрабху один раз в день Брахмы нисходит, чтобы даровать Враджа-прему, служение Радарани в Никунджах. Адвайта Ачарья понимал, что именно сейчас такая благословенная Кали-йога, и даровать такую редчайшую прему он не может. То есть это сейчас наступила эта благословенная Кали-йога, понимал Адвайта Ачарья. И вот сейчас должен низойти Махапрабху и даровать эту редчайшую прему. Спустя тысячу йог он наконец низойдет и одарит этой редчайшей, высочайшей любовью. Поэтому Адвайта Ачарья, чтобы призвать Господа, начал поклоняться ему водами Ганги и листиками Манджари Туласи, вызывать Господа, чтобы он не зашел. И Адвайта Ачарья думал, если я не призову Господа, если он не ответит на мой зов, то я буду недостоин своего имени Адвайта Симха, то есть Адвайта, подобный льву. Я непременно оправдаю свое имя и призову Господа в этот мир. Сейнава Двипа Вайса. Далее цитата. В это время в Навадвипе также жил Шривас Пандит. Шривас. В будущем, когда Господь явится, он будет в доме Шриваса Пандита ежедневно совершать Хари Киртан по ночам. Шривас Анган, дом Шриваса, видели? Он находится в Навадвипе Майяпуре. Этот дом не отличен от Раса Мандала, от места Раса Лилы. Почему? Потому что в Кали-йогу Хари Киртан является расой. Раса означает раса, трансцендентный вкус. В Кали-йогу этот вкус, это подлинная раса, где заключена? В Харинама Санкиртане. Поэтому раса Мандала, место расы в Кали-йогу, это Шривас Анган, где Махапрабху каждую ночь совершал Санкиртану так же, как во Вриндаване он совершал танец расы. У Шриваса Пандита было три брата, всего четверо братьев. Что они делали? Всей семьей собирались, все четыре брата, их жены, дети. Садились, брали мридалги, караталы. И что совершали? Киртан. Кришна,
все совершали киртан. Это что было в доме Адвайта Ачарьи, в доме Шриваса Пандита. Но Адвайта Ачарьи все равно печалился, ведь не все совершали киртан. Адвайта Ачарьи — это Махавишна. Что он делает? Майя Дьякшара Пракрити. Есть три Вишну. Карна Дакашая, Гарба Дакашая Вишну и Кшира Дакашая Вишну. Какова их деятельность? Карна Дакашая Вишну. Что делает? Это тот Вишну, который бросает свой дришти, свой взгляд на Майю. Благодаря этому Майя приходит в волнение и проявляется бесконечные браманды, бесконечные мироздания. То есть он творит мироздание, бросая взгляд на Майю. Кто это делает? Карна Дакашая Вишну. Он проявляет бесконечные миры. Затем, после того, как эти миры проявлены, что происходит? Гарба Дакашая Вишну входит в каждую вселенную. Своим потом он заполняет эти вселенные наполовину. И также из его пупка вырастает лотос, на котором появляется Брахма. Когда проявляется Брахма, он начинает оглядываться по четырем сторонам света и видит везде только воду. Тогда он спускается вниз по лотосу, из которого вырос, по стеблю лотоса, ничего не находит, возвращается, слышит два слога «та-па», то есть совершает тапасю, подвижничество. Совершает тапасю, получает знание от Господа. Это Гарба Дакашая Вишну, то, что связано с ним. А Кшира Дакашая Вишну — это тот Вишна, который присутствует в сердце каждого как параматма, размером с большой палец руки. У нас же есть параматма внутри нашего тела, она подобна птице. То есть душа и сверхдуша, они подобны двум птицам, которые сидят на одном дереве. Именно Кшира Дакашая присутствует в нас как параматма. Но он не вовлекается в какую-либо деятельность. Он как сакши, свидетель. А вот дживатма, душа, она это та птица вторая, которая вовлекается в деятельность. Она вкушает то сладкие плоды, то горькие. То есть, то испытывает счастье, то страдает. То счастливо, то беды на нее нападают. А параматма просто наблюдает за ней, как сакши, свидетель. Это Кшира Дакашая Вишна. И почему же Адвайта Ачарья был печален? Ведь он тоже... Причина в том, что он Вишну, то есть он творит мироздание. И он, соответственно, отвечает за него. Так же, как родители, например, не просто дают рождение ребенку, а заботятся о нем, воспитывают. Если ребенок проказничает, не слушается, не учится, родители будут расстроены или счастливы? Расстроены, конечно. Ведь родители чего хотят? Чтобы ребенок вырос хорошим, получил должное образование, затем смог зарабатывать, достойно поддерживать свою жизнь, купить хороший дом, квартиру и так далее. Родители хотят этого, это сделает их счастливыми. И поэтому Адвайта Ачарья, так же как Махавишну, как отец, творец мироздания, переживал за свое творение. Ведь для чего дается человеческая жизнь? Хари Баджана Кой, для совершения Хари Баджана. А души что делают? Баджан не совершают. Они только едят, пьют, наслаждаются мирскими радостями. Но это же не цель человеческой жизни. Поэтому Адвайта Ачарья был дукхабави, то есть очень печален, видя, что никто не поклоняется Господу, не совершает баджан, не думает вообще о бхакти. Они просто живут, как живут, как животные. Вайшнавы, которые присутствовали тогда, до Махапрабху, тоже были печальны. Например, когда Кришна приходит, до него рождаются его родители. Приходит Гуру Варга, некоторые вайшнавы, то есть некоторые представители Гуру Варги и некоторые вайшнавы. Подобным образом, Выграх Махапрабху, еще до того, как он явился, тоже были некоторые вайшнавы. И их, конечно же, печалило то, что происходит с миром. Они были очень печальны из-за того, что никто не совершает баджан, не поклоняется Господу. Кэбава Кришна Ранрития Кэбава Киртан. Цитата. Положение дел было таково,
что никто не понимал действия вайшнавов. Например, мы сейчас танцуем и играем на караталов. Ранее было это в Бароути. Ходили с киртанами по улицам. Мы ходим с санкиртаной по всему Бароути и с удовольствием поем, танцуем. Но ранее было это возможно в Бароути? Ходили у вас так с киртанами? Приятные говорят, не слышно. До Махапрабху. Преданные тоже танцевали, совершали киртан. Но непреданные не понимали, что происходит. Зачем вайшнавы танцуют, зачем поют? Сакала пашанди мили вайшнавы рахаса. Безбожники просто смеялись над вайшнавами. Что это они делают? Поют, танцуют, прыгают. Хотя сами материалисты тоже ведь танцуют. Например, на свадьбе пьют спиртное, танцуют. А когда вайшнавы танцуют, они этого не понимают. Сакала паканди. Все они безбожники, греховные люди. Поэтому, поскольку они греховные, они не понимают. Думают, что это вайшнавы делают? Танцуют, поют. Чем занимаются вообще? Это паканди, безбожники. Все они атеисты, хотя сами тоже танцуют, когда напьются. Но вот танцевать в киртане для Господа они не могут, не видят в этом смысла, не понимают. И Свабхава, природа Адвайта Ачарья, была очень даяла, милосердная, сострадательная, ведь он отец всего мироздания. Поэтому он, конечно, переживал за все мироздание. Это его дитя. И из сострадания он хотел пролить удар, одарить благом души. И он переживал. Как же сделать жизнь людей благополучной? И он пришел к выводу, что вот если Прабу Господь не зайдет, тогда-то души и обретут благо. И поэтому, если я призову Господа, то я буду достоин своего имени Адвайта Симха, то есть Адвайта как лев, подобный льву. Поэтому Адвайта Ачарья дал санкалпу, обет, что я непременно буду встречать Арадхану, поклоняться Господу водами Ганги и листиками Туласи, и непременно призову его на эту землю. Я непременно призову Господа. Это какой обет дал Адвайта Ачарья. Возвращаемся к истории с Шривасой. Итак, у Шриваса было три брата. Они каждый день омывались в Ганге. Так же, как люди омываются в Ганге, ему не в других местах. Например, в моей деревне река далеко, за 2-3 километра, но люди все равно ходили, чтобы омыться в водах реки. Там, где Ганга, Ямуна, люди устремляются в такие места, чтобы принять омовение. Также и Шривас Пандит, и три его брата каждый день принимали омовение в Ганге, совершали Кришнан Киртан, выполняли севу для Господа, пуджу, поклонение совершали. И также другие преданные Господа не зашли уже до рождения Махапрабху. Но что было удивительно, бхакты уже были некоторые до явления Махапрабху, но они еще толком не понимали, что происходит, то есть как разворачивается лила Господа. Шри Кришна Чайтанья Прабху Джайвадвай Кори. Господь приходит не один, а со спутниками и с Дхамой. Подобным образом, до Махапрабху тоже не зашли некоторые спутники, но еще не понимали всей лилы. И они переживали, что происходит, почему никто не понимает преданности Господу. Они собирались вместе и поддерживали себя тем, что обсуждали лилы Господа, совершали киртан. Так же, как мы, например, собираемся здесь. Бароут Башо, насколько людей приходит в храм, чтобы послушать Харикатху, совершить киртан, отпраздновать фестивали, связанные с Господом, следовать бхакти, посвященному Господу. Сколько приходит? Далеко не все. И Адвайта Ачарья, чтобы собрать вайшнава вместе, открыл школу. То есть, чтобы, как мы собираемся вместе, тоже вайшнавы могли собираться вместе. И Адвайта Ачарья учил детей чему? Он Садашива, Махавишна. Поэтому чему он мог учить?
Он как Шанкара. Панчамокхарама Намагана Трипурари. Шанкара пяти устами повторяет всегда святое имя. Махамантра Джей Джапата Махеша. Кто повторяет святое имя, тот как Шанкара. Он Парам Вайшнав, Вайшнаванам Джаташамбо, он высший Вайшнав. Поэтому в своей школе чему учил Адвайта Ачарья? Конечно же, преданности Господу. Вайшнавы собирались в его школе Адвайта Ачарьи. И Адвайта Ачарья учил их Бхагаватам, Гите, Пуране в духе преданности Господу. Когда преданные удовлетворены, когда они слушают катху, повествование о Господе, это их жизненный воздух, жизнь и душа повествования о Господе. Поэтому в школе Адвайта Ачарьи преданные, слушая повествование о Господе, были очень счастливы и совершали киртан, поклонялись Господу. Хотя по канде безбожники смеялись над ними, вайшнавы все равно продолжали поклоняться Господу. Безбожники были разные. Есть те, кто просто посмеивались, а есть те, кто и осуждали. «Ничего себе!» — говорили такие безбожники. «Господь ночью спит, а они, вайшнавы, совершают киртан свой». То есть они будут Господа, беспокоят его. Во время Чатурмаси, например, Господь спит. Когда он просыпается? В Утана и Кадыша. Утана значит просыпаться. То есть дословно у Кадыша и Кадыша, когда Господь просыпается. А до этого он 4 месяца спит. И люди не понимали трансцендентных деяний Господа. Им казалось, что по ночам Господь спит. Ну, в буквальном смысле спит. И поэтому ночью, если совершать киртан, то Господь будет побеспокоен, проснется. А проснется, он будет недоволен, что его разбудили. И нашлет беды на Навадвипу. Поскольку будет очень расстроен, что его сон побеспокоили. Из-за этого нашлет беды на Навадвипу. А если беспокойство начнется, беды, что будет? Ничего хорошего. Поэтому люди некоторые пошли к правителю этой местности и пожаловались. Вот, эти вайшнавы совершают киртан по ночам, разбудят Господа. Он расстроится, что его сон потревожили, нашлет беды. Так, нужно их всех посадить в тюрьму, чтобы они Господа не беспокоили. Чтобы он не был разочарован нами. Мусульманский правитель Яван толком не понимал вообще, что связано с Господом, и он согласился. Да, конечно, зачем будить Господа по ночам киртаном? И они приняли решение, чтобы остановить киртан, например, все караталы, мриданки выбросить в Ганге. Когда вайшнавы услышали это, они так расстроились. А разве возможно, чтобы что-то было неблагоприятно, где проводит киртан Господа? Подобная история была во времена Прабхупады Сарасвати Такура. В одной деревне жил бхакта, преданный, который получил харинаму дикшу от Прабхупады. А раньше только брахманы носили кантималы, ставили тилки, поклонялись Господу. Для других это было исключено. А этот преданный получил посвящение от Прабхупады, стал тоже носить кантималы, ставить тилки. Раньше он был, как все остальные жители деревни, но после принятия прибежища у Прабхупады изменился. Конечно же, все жители деревни об этом узнали, потому что раньше все решали между собой, не обращались за помощью к полиции. Просто сами устраивали собрания, сход деревенских жителей и обсуждали важные вопросы. Не прибегали к помощи правоохранительных органов. И вот жители деревни, увидев, что кто-то стал преданным, обернулись против него. «Ничего себе! Ты чё, как брахман вырядился? Что, брахман, что ли? Давай, как раньше с нами, пить, курить. Зачем ты бусики носишь? Рисуешь на своем лбу непонятно что». То есть они стали против него настроены. У этого преданного была дочка, которую уже нужно было выдать замуж. И он думал, за кого же выдать ее замуж. Будучи вайшнавом, он понимал, что я, конечно же, рыбу, мясо есть не буду, и других угощать тоже не буду. Поэтому, когда во время свадьбы моей дочери не будет таких угощений мясных и рыбных, а рыбные жители были возмущены. Как это так? Без рыбы и без мяса. В основном в Бенгалии едят рыбу и мясо. Если этого нету, что за праздник-то вообще? Без рыбы, без мяса. Что, ради дала приходить?
ради этого? Что за угощение ты дал? Вот рыбка и мясо — это да. И этот преданный собрал прекрасные вегетарианские угощения: фрукты, манго, другие плоды. Но преданные сказали: да, бесполезно все эти угощения фруктовые. Не будем мы соглашаться на свадьбу наших сыновей с твоей дочерью. И тогда преданный все эти подношения, которые оказались бесполезными, отнес в храм, потому что кто-либо отказался, чтобы его дочка вышла замуж за какого-либо жителя деревенского. И поэтому он все это отнес в храм, не попадая же всем этим фруктам. И, конечно, преданные были очень счастливы, что столько фруктов в храм попало. И Прабхупада, когда узнал об этом, он так разозлился на этих непреданных, он сказал, он их просто проклял тем, что все у них разрушится. Так действительно и происходит. Сейчас, например, даже дочери браманов выходят замуж за шудр. Дочери шудр выходят замуж за браманов. То есть вся культура разрушилась, пришла в упадок. Все поступают в противоречие писаниям. То есть настолько опасны осуждения вайшнавов, насмешки над ними. Итак, преданные были очень печальны из-за того, что не совершали киртан, не совершали баджан обычные люди, и осуждали за это преданных, насмехались над ними. Тогда Адвайта Ачарья решил: если я Бхагавана не призову в этот мир, то я в гневе призову Сударшану чакру. Эти Адвайта Ачарья — это Махавишну, то есть Вишну, поэтому он может призвать Сударшану чакру и просто разрушить это мироздание. Иногда такое настроение было у Адвайта Ачарьи, он в гневе думал: не призову Господа, продолжится так же жить, как животные, я разрушу этот мир. Поэтому с такой решимостью он вызывал Господу, предлагая листики Туласи и воды Ганги, чтобы Шичинанда на гору Хари все-таки не зашел и пролил благо на душу. Завтра мы продолжим слушать и узнаем о том, как Нитянанда Прабху не зашел до Махапрабху. Ведь до Кришны явился кто? Баладева. Баладева не отличен от Нитянанды Прабху. Поэтому в Гаура-лиле его старший брат также приходит раньше него. Об этом Вриндаван Дас Такур описывает. Нитянанда Прабху — это гуру Вриндаван Даса Такура, и мы послушаем об этом завтра.